Всем привет, друзья! Мне сказали, вы любите влогинки, очень длинные влогинки, и сегодня вы ее увидите. Приехали мы в батутный центр, так сказать. Смотрите, будет интересно. Сегодня здесь Артур Арчумори. Сегодня мы снимаем дичь. Короче, задание будет, нужно будет перепрыгнуть вот эту фигню и потом под этой фигней пролезть. Да это жесткая шняга, жесткая. А сейчас будем снимать еще жестче трешак, короче, завязываем глаза и прыгаем через эти фигни. Ну, один прыгает, а другой человек, твой как бы сокомандник, говорит, типа, нагибайся, либо прыгай. Будет жестко, я уверен. Сейчас поломаемся нафиг. Проигравший залезает на пиццу на крутящуюся. Самой быстрой скорости должен продержаться. Витя, Сарчо, я с Русланом. Даже без закрытых глаз не можно. Можно. Прыгай, высоко, давай. Стой, хорошо. Батя. Спокойно, не прыгай. Пошел, высоко, давай. Ну ты трупишь, братан. Давай, брат. Пизданешь сейчас! Пошел! Он так затупо, что говорит, это просто пиздец! Да? Ты уже вот тут подлетает, он такой пошел, он даже прыгнуть не успевает, просто. Это стрёмно, да? Стрёмно. А, что, получится? Это стрёмно. Ну это я уже вообще не смогу. Я просто прыгал, я не хотел тебя сами придвать. Ты жёг? Нормально. Встал, брат! Ты жёг! Красава, встал! Сел! Прыжок! Красава, брат! Два! Прыжок сильный! Красава, брат! Ты можешь бесконечно это делать! Упал! Можно поэтому ориентироваться! А, да. Прыжок! Не, нормально, брат! Я забыл просто! Прыжок! Есть, красиво! Ускоряй! Прыжок! Блядь! Минута 13! Минута 13! Поздно сказал! Ну, локтем ударился, больновато, когда падал. Прыжок! Нормально. Это я, короче. Сори, Тох, ты будешь творить. Сори. Пошел. Ну опять. Не. Брат, ну это все. Он яйцами пёс. Такое не считается. У него уже яиц, наверное, там нет, понятно? Я, короче, накурил всю их банду один в соло, понятно? Вот так. Готовность. Прыжок. Народ, это самое плохое время! А я что дальше? Прыжок! Блядь, ебать, прыжок, можно заранее кинуть! Прыжок! Ой-ой-ой-ой-ой! Есть, блядь, и не яйцами даже всё! Вниз! Вперед, сальтуху через это. Вот это заветная пицца, короче, сейчас будут пацаны убиваться. А давайте закрытыми глазами. Да, какой закрытыми? Че, кто первый у нас? Давай! Лол. Просто улетел. Второй пошел. Смотри, он уже удержаться смог. Мы завтра с девушками будем снимать вот на этих препятствиях. И сейчас мы попробуем пройти сами без них, пока что, так сказать, потренируемся. Это самое жесткое, да, что вы? Опа! Ну ты классно проходишь.
сам, блядь, пёзнулся, ебать. Ну изи, изи, брат. Хочу завтра, это были первые ощущения. Минус ебало. Ебать, чё? Брат, вылазь, блядь, из канала, нахуй. Блядь, блядь, фокус пропал. Проваливай. Ты, брат. Через да, да, брат. Она ещё ходит вот так внизу. Как ты пёзнулся об ебало, это было жёстко. Жёстко, да. Чё, зуб на месте? Да. Ну что, друзья, сейчас мы переходим ко второму дню съемок с офигенно красивыми девушками. Блин, будет нечто. Но перед этим я хочу вам порекомендовать свой офигенно крутой сайт archimorris.com, где вы можете найти абсолютно дешевые, но при этом очень качественные программы тренировок и питания, которые реально работают. Поэтому, друзья, переходим по ссылочке в описании. 50% скидка, а мы продолжаем. Короче, наша задача с Витьком будет выбрать себе девушку. Короче, на камстре разыгрываем. Кто выигрывает на камстре, тот выбирает любую из них. Мы будем с Натали, а Витек будет со второй девушкой. Посмотрим, кто выиграет. Раз, два, три. Вы первый начинаете. Да, сейчас затащим, все нормально будет. Ну что, готов? Да. Давай! Три, два, один, поехали. Нифига он не из-за... В этом низа. А, коснулся, Зану, коснулся. Ты коснулся, брат. Саня. Давай прыжок, оп. Отлично. Давай, давай, давай. Оп, хорошо. Оп, молодец. Все, были еще просто штрафные? Наше общее время 2.36. Штрафные, а у него было? А, 5 секунд штрафные. А касание? 2.40. Нет, касание не считается, я не упал. Порвем мы этих? Да, 100%, 100%. Команда носки называется. Вторая а мы... девчонка, короче, вообще не сможет, я думаю, пробежать быстро. 100%. Да, она же пробовала, я вот смотрела, да? Она пробовала. Хорошо получалось? Так хер его знает. Блин. Вот тут, видишь, я пробежал чисто, а он сейчас будет лезть. Это уже дополнительно. Это, да, дополнительные секунд 15. Давай, 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 давай. Эси, беги. Отлично. Оу, встаешь заново. Оп, оп. Медведь такой. Косолапый. Оп. Не зовите, ё-моё. Оп. Оп! Бежать! Ты слушаешься, да? На сушке жестко судороги слой. Да? Блин, нормально проходит. Пойдем отходим. 100%. Оп! Давай, 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 давай! Отлично идешь! Давай, давай, быстрее! Оп! Зажевало, зажевало! Вот что значит большая жопа! Давай, 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 время идет! Мне пойдет! Есть! 2.47 уже! Сломает, фигня! Все, финиш! 3.18! 3.18! Мы затащили, ну, да, давай, пятерок! Мы красавчики! Просто на изище! Короче, прекрасная команда должна была купить у бабулек цветы и подарить людям на улицам, вот. Женщина. Соответственно, да, мы, соответственно, мы сегодня это сделаем. Вот. Короче, кто лучший? Мы с Наташкой лучшие, поэтому ребята сейчас идут раздавать цветы бабушкам, дедушкам, не знаю, кому они там хотят вообще. Погнали. Боится, боится, что фальшивая. Капец, они переживают, конечно, за деньги. Все проверяют, короче, позвала вторую.
хорошего настроения, да, чтобы все у вас было хорошо. Давай. И вам хотим подарить. Держите, держите. Все, чтобы хорошее самочувствие, то лучше настроение. У меня вот тоже с брекетами, видишь, с брекетами. Парня дарит. Чисто никто не берет. Короче, у Илона не получается, а я сейчас попробую с первого раза подойти и кому-нибудь подарить. Не, не мужчине, не женщине. Давай, конечно. Здравствуйте, да? Супер, супер. Спасибо. Вот, друзья, вот такой вот ролик получился. Обязательно подписывайтесь на канал, на мой инстаграмчик. И спасибо огромное за внимание. Поставьте лайк этому видео. И обязательно подписывайтесь на канал. А также заходите на мой сайт archimorris.com, где вы можете найти лучшие программы тренировок и по очень выгодной цене. 50% скидки, кстати, для всех типов телосложения, сушка, набор массы и все такое. Короче, все, ребят. Пока.